Внедрение собственных онлайн-платформ для занятий с контролем за успеваемостью, разработка невиданных ранее технологий проведения лабораторных и практических занятий и, конечно же, полное переосмысление традиционного высшего и не только образования. Такие изменения в общую систему обучения внесла пандемия коронавируса. Каждый из большой семьи Крымского федерального по-своему отнесся к переходу во всемирную сеть, но при этом никто не сдался, не опустил руки, а начал работать с новой силой. Так, доцент кафедры менеджмента и туристического бизнеса Ялтинской гуманитарно-педагогической академии Елена Сергеева для студентов разработала деловую игру. В данных постах я периодически размещаю информацию, задания, описываю ситуацию на рынке для туроператоров, турагентов. И они получают возможность начинать работать уже по заданию. Для того, чтобы выполнить задание, необходимо зайти в папки, где хранится необходимый материал. Доцент кафедры менеджмента и туристического бизнеса рассказывает, впервые в своей работе применила возможности платформы Edmondo.com. Причем внедрила туда авторские наработки, компьютерные игры, туроператор и турагент. В процессе дистанта эти игры вполне приемлемы, утверждает Сергеева, ведь они позволяют пробовать себя уже в роли туроператора или в роли турагента, подчеркивает преподаватель. Понимая, насколько важно нашим выпускникам применить полученные знания на практике, стала необходимость в разработке специальной деловой игры, которая позволит уже сейчас в условиях более облегченных, простых, учебных подготовиться к этой сложной, достаточно практической работе. Студенты с интересом отнеслись к освоению дисциплин на новой платформе. Ведь там в постоянном доступе есть для них различные материалы, будь то видеоуроки, вебинары, презентации или лекции. Плюс к этому необычный формат позволяет практически сразу применять полученные знания в деле. Я изучаю туроператорскую и турагентскую деятельность на этой площадке. Мы можем участвовать в игре «Деловая игра», где преподаватель ставит нам какие-то указания, которые мы должны выполнить, заполнить таблицу Excel. И самое главное то, что не нужно скачивать ее на компьютер себе, а просто добавляешь в рюкзак и спокойно себе редактируешь и отправляешь после своему преподавателю, и он с легкостью проверит и также отредактирует все твои ошибки. Так вот, эта игра дает возможность столкнуться с реальными проблемами, с которыми сталкиваются именно уже практикующие профессионалы. Вот. И хоть она не настоящая, но тем не менее, это такое интересное чувство, когда там ты смотришь рейтинг, и ты там на втором месте, там ты там миллионер в этой игре, вот, хоть не в жизни, но тем не менее. В рамках нашей дисциплины менеджментура перерейтинга очень удобно и интересно работать на платформе Edmondo. Благодаря Сергеевой Елене Анатольевне, которая создает очень интересные деловые игры, очень интересно и легко можно усваивать материал в рамках этой дисциплины. В свою очередь, доцент кафедры менеджмента и туристического бизнеса своим коллегам советует извлекать преимущества из сложившейся ситуации, использовать возможности различных дистанционных технологий в образовательном процессе. Павел Мирошниченко, Евгений Ильющенко, пресс-служба Крымского федерального университета.